Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Стеклоподъем РФ». Представляем вашему вниманию электростеклоподъемники Forward для установки в передние двери автомобилей Renault Logan 2 и Sandero 2. В комплект входят два электрических стеклоподъемника с моторедукторами, левый и правый, жгут электропроводки для подключения, два переключателя стеклоподъемников 923709. Обратите внимание, это обычные вазовские кнопочки для ВАЗ 2109. К сожалению, у нас нет оригинальных переключателей стеклоподъемников для новых Логана и Сандера. Наиболее близкие к ним по внешнему виду – это переключатель и блок переключателей стеклоподъемников для Лада Гранта. Вы можете приобрести их в нашем магазине отдельно. Декоративные заглушки для установки в обивке дверей в отверстие от ручек механических стеклоподъемников. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке. Электростеклоподъемники устанавливаются на места направляющих штатных стеклоподъемников и крепятся двумя гайками. При этом не требуется сверление дополнительных отверстий и другие доработки дверей. Для крепления стеклоподъемников в дверь и каретки к обоим стекла применяются крепежные детали заменяемых стеклоподъемников. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059. Каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!